Вот мы этот супчик из утки хотел этот хотим приготовить. Это наша дичь. Наш дичь, ну то, что охотились. Вот так вот. Тут два гуся, примерно 1,5 килограмма. Вот казанчик уже готово на костре. Сейчас будет супчик у нас. Рассказывай, как надо делать. Берем, значит, желудок, разрезаем его вдоль, чтобы видеть все, что есть внутри. Открываем. Ага. Так раскрываем. Внутри вот эта вся зелень, трава, которая кушала. Вот посмотрите, вот крупным планом. Здесь у нас камыш, зернышки, это, наверное, скорее всего, песок. И вот это все нужно нам почистить. Вот так вот. Вот. Вот это вот надо отрезать. Вот так. Дальше есть вот эта вот кожица. Ну вот этот момент вот эту не кожу, понимаю я, блядь. Вот эту кожу нужно просто оторвать. Вот эту вот. Чтобы она оставалась чистой. Это желудок утки, да? И получается? Да, да, это желудок утки. Большой, большая утка, поэтому большой желудок. Ага. Утка была большая, почти что с... Грамм 100, наверное, да, этот весит. Величиной с корову почти. Вот. И вот так мы начинаем вот так тихонечко эту кожу выдирать. Вот. Мы ее выдираем. И все, и остается у нас чистое-чистое мясо. Мы холодной водой только его позже уже сполоснем. И угу. Будет самый шулай. Вот, посмотрите. Вот, и все. Вот это вот зелень надо будет сполоснуть. Это от моей руки чуть-чуть грязь осталась. Вот, вот так она должна выглядеть. Теперь берем вторую половину. Вторую половину также начинаем чистить. Вот, посмотрите. Она ну, очень легко снимается. Ага. Да, вот это вот внутренняя часть. Вот. Вот, посмотрите. Вот. Все. И теперь да. Мы вот это вот все споласкиваем холодной водой. Все, спасибо за внимание, мои друзья. Присоединяйтесь к нашему каналу Охотник и Рыболов. Спасибо. Вот так я закинул. Начал кипеть. Вот я сюда добавил лук, помидоры. Болгарский перец 2 штуки. Мы проспали, получается, уснули. А у нас варится супчик 3 часа. Сейчас еще час хочу варить. После 4 часа пусть варится. А у нас бульон такой густой стал после 2 утки. Вот так. Сейчас через час, наверное, будет уже все. Есть можно будет.